In the dark days of centuries past, в темные дни великих веков, на земле Теоры явилось чудовище, что звалось Угрозой. Оно несло гибель миру. Семь великих героев вступили с ним в бой. Битва была жестокой, но герои не дрогнули и победили врага. Убив чудовище, герои обрели вечную жизнь. Они основали Совет Бессмертных, чтобы править страной и поддерживать порядок, не допуская повторения подобных катастроф. Но какой бы силы ни обладали бессмертные, их было слишком мало. Поэтому они создали Орден Вершителей для защиты страны и исполнения своей воли. Вершители и агенты бессмертных обладают абсолютной властью. Каждый из них судья, прокурор и палач в одном лице. Но со временем вершители утратили бдительность и стали алчными. Неужели Теоры снова угрожает смертельная опасность? Всем привет, с вами Шмага, вы на канале Ушмаги. Сегодня новая игра у нас на подходе. Она называется Fail Seal, вроде, по-моему. Отлично, Анадин, ты хорошо показала себя в деле. Спасибо, капитан. Но, по-моему, я не так уж много сделала. Агрессия не всегда необходима и желательна. Вершитель должен уметь вести переговоры. Разумеется, ты права, капитан. Капитан, ты уверена, что Ройнер знает время встречи? Да, знает, но это же Ройнер, он, скорее всего... Ты слышала? Я не... Помогите кто-нибудь! Похоже, кричат вон в том переулке. Вперед! Что все это значит? Почему вы бьете безоружного человека? Объясните свои действия. Свидетели. Какая досада. Эй, ты, наемник, отрабатывай свои деньги. Разберись с ними. Гелиг. Побить врага Альфонса. Насколько я знаю, эта игра, это пошаговая игра, такая стратежечка. Немножко мультяшные, да, тут персонажи, но, ну и что в этом такого? Ничего в этом нету. Читаем правила игры, развертываем. Во время этой фазы вы можете решить, какие союзники пойдут с вами в бой. Размещайте персонажей в клетках, подсвеченных голубым цветом, пока не будет достигнуто максимум бойцов. Показаны в левом верхнем... Ага, три можно, да? В некоторых случаях в бою должны участвовать определенные персонажи, которых нельзя исключить. Управление. Список доступных топ-управлений всегда отражается в правом нижнем углу экрана. Вы также можете использовать эти значки с помощью мыши. Левая кнопка мыши, соответственно, команде «Подтвердить». Правая кнопка «Отмена». Помощь. Почти в любой момент вы можете вызвать экран помощи с информацией о текущей игровой ситуации. Ага. На всякий случай подсказки можно отключить в меню параметры, хотя новым игрокам этого делать не рекомендуется. Хорошо. Так, мы можем вызвать Виргила, да? Виргила. А Виргил у нас что делает? Союзник. Чё он там? Подожди. Ну давай его сюда вот так вот зафигачим. А я больше не могу, все, у меня 3-3. Начало боя. Продолжить с этими бойцами? Да. Начать. Давай. Именем стражи я приказываю вам сложить оружие и сдаться. Немедленно. Ты вершитель? Все еще скучнее, чем могло бы быть. Наемник, разовите крысы, тогда ты получишь огромную премию. Слушаюсь, лорд Альфонс. Как угодно. Анадин, похоже, что сейчас ты вступишь в свой первый бой. Да, я вижу. Я готова, капитан. Не сомневаюсь, но почему бы нам не вспомнить основные правила? Так, на всякий случай. В игре Fail Seal...
Arbeiter Mark. Сражение проводится в походовом режиме. Получив право хода, боец может переместиться или выполнить действие в любой... Ну, это понятно. Приводится в верхней части экрана, окей. На каждом ходу боец может переместиться на определенное количество клеток, зависящее от характеристики перемещения. Значок ботинок. Ага, 4 ботинка. На дальность перемещения влияет особенности ландшафта. Кроме того, разница в высоте клеток, между которыми происходит перемещение, должна превышать характеристики прыжок. Значок... А, это прыжок. Высота клетки указывается в левом верхнем углу экрана. Вот здесь. Окей. Атака. В течение своего хода боец может выполнить одно действие. На экране появляется список всех доступных действий, из которых вы выбираете нужное. К действиям относятся любые команды, не связанные с перемещением. Атака, применение способности, открывание сундука и так далее. Так. Хорошо. А теперь давай разберемся с этими подонками. Переместиться по карте дальность ограниченных ограничена. Если вы еще не выполнили действие, то можете сделать это после перемещения. Хорошо. Так, значит, у меня я могу один раз ходить, да? Значит, мы вдвоем ходим, потом этот упырь ходит, да? У него чего, 88 хп, у меня 96, а у тебя 80. Почему я не могу ходить? Немедленно завершите. Если вы не выполнили действие, то ваш следующий ход начнется немного раньше. Перемещение на это не влияет. А, хорошо. Подожди, атаки с флангов наносят больше урона, чем по фронту. Атаки с тыла еще больше используют. Переместиться по карте, дальность ограничения, если вы еще не выполнили действие. Хорошо, я понял. Ну, давай. А я за нее уже походил, типа? Хорошо. Так. Атаку я не могу делать. Да нет, схода получается. Ай. 18, понял. 100 опыта. И ай, или 10... Да, я понял, переместить. Да ё-моё, а как это убрать-то? Выберите команду, окей. А что он делает вообще? Он может что-нибудь кидать или у него есть что-нибудь? Маг. Простая вода, простой огонь. Наносит одну по площади малое. Я понял. А, подожди, конец хода. Пятнашку он отнял. Так, теперь я хожу, да? Атака. Нормас. А почему так мало? Я могу переместиться еще или что? А, я могу его чпокнуть, короче, и отбежать, да? Давай. Так, атака. Ну-ка, давай на... 25, на 10 опыта и перемещение. Подожди. Магия стихии, продаю простой огонь. А, он мог, короче, на этот походить, да? Я правильно понял? Маг мог походить на 4 клетки, короче, удавить, короче, я понял. Ну, по идее, да, мы... А, он не дошел. Он не дошел. Тридцать один. А, он умер уже, да? Хватит, я сдаюсь. Мудрое решение, хотя и немного запоздалое. Победа.
Да, еще пока в механике, ребят, не судите строго, в механике игры пока не понимаю очень многого, поэтому не надо сразу говорить, что я, типа, лошара и так. Не, понятно, что я лошара, но как бы, ну, хорош, ну, хватит. Дамы, вот вы где? Что это такое? И ты не говорила, что мы идем на вечеринку? Ройнер, наконец-то, мы же вроде договаривались встретиться час назад. Нам бы пригодилась твоя помощь в бою с этими громилами. Ладно, неважно, этот господин составил нам компанию, а мы решили поблагодарить его, предоставив теплую и уютную камеру. Что за шутки, разве вы не знаете, кто я? Я лорд, а точнее лорд Альфонс. Приказываю вам отпустить меня. Убийство безоружного, попытка устранить свидетелей преступления, а теперь еще и сопротивление ареста. Привилегии аристократов есть предел, и сейчас вы в этом убедитесь. Вершитель и дурочка, ясно. Ну хорошо, давайте продолжим этот фарс. Видите меня в капитул на свой суд? Ты не только дурочка, но еще и немая. Ночная прохлада мне меня не по душе. Быстрее веди меня в капитул, девка. Ройнер, я решил сделать небольшой крюк и зайти в город Илластер. Мы лично доставим этого аристократа в капитул. Умно. Интересно, каким влиянием этот лорд обладает в городе Илластер. Подозреваю, что весьма незначительно. Собери людей и приготовься, выходим на заре. Понял. А теперь позаботимся о том, чтобы вы путешествовали с комфортом. И это неслыханно, просто неслыханно. Не кипятитесь, а то я достану кляп. Обратите внимание, что эти кляпы никто не моет. Ну хорошо. А что будем делать со вторым, капитан? Это просто подручный, сдадим его в местный капитул. Нет смысла тащить в город Илластер их обоих. А сейчас нам пора в город Илластер. Наш высокопоставленный гость с нетерпением ждет начала судебного процесса. Путь будет опасным. В городе Геллик есть гильдия, в которой можно завербовать новых бойцов. Даже один новобранец способен привести отряду огромную пользу. Так, подожди, мы же в Геллиге, да? Магазин, подожди, мы можем нанять кого-то. Добро пожаловать в мой магазин, он один из лучших. Выбирайте товар, не торопитесь. Так, что у тебя есть? Молот, один предмет, да? Короткий меч, кинжал, топор, булава, жезл, дрён. Назад. Льняной халат. А чё у меня по бабкам? У меня 5000 золота, да ладно. Прикольно. Одежда путешественника. И чё она дает? Эта одежда с мягкой подкладкой защитит и от непогоды, и от разбойников. Но льняной халат. А подожди, а что у меня есть из моих-то, у моих-то этих? Ладно, давай пока не будем ходить здесь. Примерить и купить это как? А, вот ты, например, да? А у тебя есть кулачный щит, меховая шапка, одежда путешественника. Неплохо. А это все мои? Да ладно, их 5 человек у меня? Да ладно. Ладно, не, давай не будем здесь уже... Не будем здесь заострять внимание на этом. Подожди, давай-ка в гильдию зайдем. Он говорил, что тут есть... Нужны новобранцы? Нанять. Здесь можно изменить внешний вид бойца. Блюдобрисовые изменения категории используются стрелки рядом с ней, чтобы... 500 мужчина. А, уровень 2000... Диги будет, да? Да не, не надо, зачем? Да, все, никто нам не нужен. Погнали так. Перекресток. Угу. Да, я заметила. Что здесь? Кто там? Капитан, что происходит? Отойди, он один. А, разбойники, типа? Опа, ничего себе, а чё так много? Заметили, ну и ладно, вы вершители впрямь зоркие. Но очень дружелюбную, рад тебя видеть, друг. Ох. Если у тебя к нам дело, говори, если нет, прочь с дороги.
Конечно, сейчас я все объясню. Отдайте мне того господина, который за вами полетелся, и тогда вы уйдете живыми и невредимыми. Великолепная мысль. Тихо, тихо, тихо. Жизнь и безопасность превыше всего, таков мой принцип. Но прежде скажи, зачем тебе понадобился наш драгоценный гость? Забавно, что ты спрашиваешь, по слухам, вы, вершители, сами промышляете подобным. Че? Ну ладно, слушай, этот богатей хорошо заплатит за свою свободу. Отдайте мне его и поделите между собой 20% выкупа. И никто не узнает, что в нашем маленьком бизнесе участвовал вершитель. Я получаю то, что мне нужно, вы получаете деньги, а ваша репутация остается чистой, незапятнанной, как кристалл бессмертного. Тройная победа, или я что-то упускаю? Ну что скажешь, по рукам? Я не знаю, всего 20%. Капитан? Довольно. У нас нет времени разговаривать с этими болванами. Что же касается вас, попытка подкупа запугивания, вмешательство в дело стражей. Серьезные преступления, за каждое из которых любого из вас повесит на ближайшем дереве. Если вы уберете с дороги, я забуду о том, что вообще вас видела. Это мое единственное и последнее предложение. Соглашайтесь, пока я не передумала. Тьфу! Как же нам не повезло, единственный неподкупный вершитель на 100 лик вокруг. Шевелись, парни, похоже, сегодня придется поработать. Убить их всех, свидетели нам не нужны. Перекресток. Так, тут уже будет немножко, короче, посерьезней, да, дело? Дельце. Можно 6 бойцов было зафигачить, да? В смысле... А, Вергила можно зафигучить. Отлично. Так, а кого еще? И Лану. И все, да? Начало боя. Ну, а я же никого не купил. Хотя надо было. Так, переместиться уловки. Грязный прием наносит единицу уровня. Цель можно наложить эффект ослепления. Считается обычно так, используется типа... Ага. Кража... Кража денег. Ой. Подожди, как назад? Назад через таб. Не, я пока конец хода. Адаин, может освежим в памяти все, что касается предметов? Предметы здесь работают не так, как в большинстве игр, так что этот курс обучения пропускать нежелательно. Предмет. В бой любой персонаж может применять предметы. Для этого нужно выбрать команду предметов в списке его действий. Возможно, вы уже заметили, что рядом с названием каждого предмета указано число. Это максимальное количество предметов данного типа предметов, которые ваш отряд может применить в течение одного боя. Два зелья могу, окей. В начале каждого боя запас предметов автоматически и бесплатно восстанавливается на максимум. Так что экономия здесь ни к чему. Что за предметы? Зелье. Одиночная цель восстанавливает 45. Ага. Павший союзник воскресает. Ага. Камень наносит 25 одной цели. Целебный след снимает цели эффекта. Ага, я понял. Конец хода можно? Подожди, простой лишний, сложная панацея. Нет, конец хода пока. Мы пока все конец хода, да? Видишь этот огромный люк? Думаю, за ним может прятаться подкрепление. Что? Отлично подмечено. Если кто-то из нас встанет прямо на него, новые враги тут не появятся. Прикольно. Согласен, надо поторопиться, они могут напасть в любой момент. Нет, пока не так. Пока мы пока стоим, подождите. У нас тактика. Т-тактика. Они сейчас соберутся в кучу. Вот, они уже в куче почти. Сложная панацея у меня есть. Искусство войны, первая помощь, решительная атака. Ага, понял. Святая магия, предмет, камень. Ну нет, ну видишь, мы пока стоим, короче. Пока мы стоим. А что у тебя с... А, вот ты у нас... Вот ты у нас лечилка, короче, да? Ого-го-го-го-го-го. Так, а что у нас с перемещением? Так, с перемещением у нас вот так. Вот так, давай. А
Повеселила ты меня, мадам. Так, хорошо, у нас искусство войны, решительная атака, атака, перемещение, предмет, камень. Подожди, блин, вот, а можно переключать? А, я могу переключаться между своими в момент хода, типа, да? А, не могу, или могу? Не могу. Я по очереди ходят все, да? Так, ну давай тогда ее сейчас чпокнем, наверное, да? Или подожди, или что, или того... А, нет, давай камень кинем, кинь камень. Как сделать? Предмет камень. Минус 25, ага. Так, теперь ты магия стихий. Вода что делает? Подожди, ты не можешь на воду, простой огонь, почему? Перемещение. Магия стихий, огонь. Я больше не могу переместиться. Я своего задену, да? Минус 11 он получит, ну ладно. 26, ага. Так, атака. Нет, не атака, подожди, уловки. Кража денег, грязный прием. Ослепление есть, отлично. Так, конец хода. У нее святая магия, подожди. Блин. А как она? А у нее ослепление уже, забей. Мы встаем вот так вот. Искусство войны, решительная атака. На-на. Так. Теперь ты, подожди. Святая магия, простое лечение. Все понятно. А, нет, стоп. Отмена. Перемещение. Блин. Да, отлично. Ослепление сработало. Она отступает. Отступамбо. Перемещение. Подожди, я двоих не смогу трахнуть, да, никого? Или смогу, вот, блин, наверное, не смогу, да? Да слышь, ты бесишь меня, почему ты не можешь сюда, блин, кинуть свой ссаный огонь, дурак ты старый, блин. Перемещение. Все, отдохнули, ёпти. Мага, скотина. Так, атака. Не атака, где уловки? Грязный прием 0.8 делает. Давай тогда атаку. Минус 27, отлично. Так, перемещение. Снизу доносится голоса, мы должны поторопиться и запереть люк. Да ты сейчас это сделаешь, на следующем ходу точнее. Особые события, происходящие во время боя, обозначают специальными значками в списке ходов в верхней части экрана. Да, он успеет, если его не трахнут. Ну, в смысле, не убьют. События происходят, когда его значок оказывается на первом месте в очереди. Ну, понятно, да. Так, Кира, значит, эти двое отдыхают. Вот это сколько там ей осталось? Подожди, хпшка. Это она, да? По хпшке. Я просто не знаю, сколько волков
Блок, наверное, у него атака 104, ну. Так, давай-ка сюда. В смысле? Ты не можешь сюда перейти? Почему? Алло. Перемещение. Атака. Блин, мало. Очень мало. Так, подожди, а кто у нас? У нас маг, у него немножко... У него немножко, да? Атака. Твою мать. Ты чё прикалываешься? Ты не... Просто бредятина. Я думал, он на диагонали, он может, короче. А он, оказывается, не может. Ну ладно. А, они отступают. В смысле? Чё за бред? Они же уже трахнутые. Вот это бредятина, конечно. Я охерею. Дамы и господа. Это кто? Кто это? Ёптель налево, а. Ну что за бред? А, вот так давай. Что означает шипы, я не понимаю. Да ладно! Один из ваших пал, впавший в союзник, был доступен в следующем бою, но окажется травмир. Окажется травма, понижая всех родителей, надеюсь, что восстановить персонаж должен пропустить бой, оставаясь в запасе до его окончания. Я понял. Павших союзнику также можно встретить во время боя с помощью предметов и заклинаний, однако это не предотвращает получение травм. Более того, они могут получать дополнительные травмы, если еще раз будут в бою. Ну я понял, все окей. Просто смотри, короче, я вот этих трахнул, они сели. Мой перс не сел. Почему? Это что за прикол? Какого хера? Да блин, ты опять по диагонали она не бьет. Но потом вот этот ходит же, да? Капец. Не, 44, она его сейчас, нет, стоп. Павший союзник воскресает. Стоп, нет, как назад? Зелье 45, целебное ослабление 45. Да ёб твою налево, ну что за бред? А ты шипы на любое место, да, можно фигачить? Ну, минус еще и это сейчас будет, да?
Потому что это ходит. Сколько у нее хп? Не, так она полная. Нафиг. Только здесь воскресенье, да что за бред? 40, а сколько ты от 11? Мне кажется, что я проиграю сейчас, да? Ладно, давай атаку. Ну а что делать? Ну минус эту тёлкой. А перемещение могу сделать. Сейчас, подожди. Я только ее смогу ударить, да? Она далеко ходит. Но они убьют мою эту тёлку. Блин, я просто хотел вот его убить, а не получится. Что делать-то? Так, стоп. Надо ее валить. Сейчас. Не могу. Так, хорошо. Перемещение. 34. Надеюсь, я ударю. Ой. А, я могу поменять? Вот так тогда давай. Чего? Чего? Это просто я иди нахер. Чего? Чего он восстанавливает? Один УЗ размыцели. Плюс 30. Ну давай попробуем. Нормас. Не, ну бля, вот это вот с мимо, это, конечно, это классно. Мне очень понравилось. Спины типа, ну типа больше, да, этого урона. Парный карась. Да стой, зачем?
Такая ничего нету на ней. Нахрен тебе эта сложная панацея, пока не просто ваны решили первая помощь. Победа, но она досталась очень тяжело на самом деле, и реально, вот этот косяк, если бы не мимо, я бы сохранил бы, ну, одного бойца, то есть я бы сейчас был четвером хотя бы, ну а так, да. Травмы вот у этих чуваков, это очень плохо на самом деле, плохо я прошел. Ну а на самом деле, ну а что? Что, я играю первый раз, ребят, поэтому... косяки какие-то, если есть, то пишите, если нету, то тоже пишите. Ну, в том смысле, что, ну, короче, если я правильно помню, раньше здесь была таверна, причем весьма богатая. И в прошлом году ее сожгли разбойники. И рядом не оказалось ни одного стража, который мог бы им помешать. Че? Ты намекаешь, что стражи берут взятки? Я в это не верю. Тот негодяй попросту лгал, чтобы выкрутиться. Но мы все-таки тащим за собой этого щеголя. Просто потому, что не можем положиться на место капитул. Капитул. Что за слово такое странное? Мы же достаточно отдохнули, пора идти дальше. Иначе мы не успеем добраться до города Иластер до захода солнца. Я прослежу за тем, чтобы все были готовы. Хочешь отдохнуть, Анадин? Не помешало бы, если бы мы никуда не спешим. Спасибо, капитан. Время от времени на карте появляется символ восклицательный знак. Он обозначает необязательно событие, связанное с персонажем. Чтобы узнать подробности, выберите соответствующую точку и воспользуйтесь пунктом события в появившемся меню. Учтите, что некоторые события ограничены во времени и могут исчезнуть с развитием сюжета. Раньше здесь останавливались на ночлег путники, однако сейчас дорога опустела из-за частых нападений разбойников. События. Потрясающий капитан. Но все равно мне как-то не по себе. Это пройдет. В детстве я мечтала стать вершителем, как мама. Я мечтала сражаться плечом к плечу с ней, но даже не думала, что когда-нибудь надену ее доспехи. Доспехи ты унаследовала, а вот звание заслужила. Последи за ним, ладно? Слушаюсь, капитан. А, все, вы эти восстановились, да? Но у них ухудшилось, типа, на 10% они сами ухудшились. Ну, в принципе, у нас денег нормально, поэтому мы можем взять, короче, этих наемников вместо них, например. Зачем такому богатому и знатному человеку, как ты, опускаться до убийства? Если он причинил тебе зло, любой суд охотно рассмотрит твое дело. Правосудие обходится слишком дорого. То есть вершится слишком долго. Не понимаю. Ох, я потрясен до глубины души. Он что? Ну что он тебе сделал? Скажем так, он слишком сильно вышел из колеи, которую вырыла для него судьба. Я все равно не... Он и как две мои знакомые девочки вмешался в дела тех, кто вышел его по положению. За это ему пришлось заплатить. Возможно, когда-нибудь ты объяснишь, кто такой могущественный лорд ухитрился стать пленником двух маленьких девочек. Возможно, когда-нибудь ты объяснишь, как такой... А, как? А я кто прочитал? Ну ладно, неважно. Так, мы, короче, что, отдохнули? Все, мы можем идти в Ластер, да? Давай. Ох, ну почему с этими бумагами не возится Анадин? Для этого и нужны кандидаты в капитаны. Анадин нуждается в отдыхе. Для нее это путешествие оказалось слишком тяжелым. А этот сверток я хочу доставить лично. Ха! Я так и думал. Привет, вершители, чем могу служить? Привет, стражник. Мы привели этого пленника на суд. Он обвиняется в нескольких преступлениях. В первую очередь в убийстве. В убийстве? Жаль, таких преступников редко приводят живыми. Ты слышал, что сказала капитан? Его обвиняют в убийстве. Отведи его на нижний этаж и проследи за тем, чтобы он благополучно добрался до самой темной и душной камеры. Мне кажется, он выйдет, да? Этот негодяй. Ты пожалеешь об этом, девка? Это случится раньше, чем ты думаешь. А ну шевелись.
Должен сказать, что он держится на удивление уверенно. Но его надменность поражает, однако его судьба нас уже не касается. Иди вперед, Ройнер, я зарегистрирую обвинение. Прошу прощения, капитан, но с этим придется подождать. Бессмертные собрались на заседание совета и распорядили, чтобы на нем присутствовали все вершители героя, которые находятся в городе. Кстати, ведь можно подождать, пока я не представлю обвинение? Я хочу сделать все по форме. Простите, капитан, но это невозможно. Утром я получил четкое распоряжение. Заседание очень важное, и все герои должны прибыть на него незамедлительно. Насчет пленника не беспокойтесь, он никуда не денется. Ладно, спасибо, стражник. Идем, Ройнер. Палата Совета Бессмертных. Септимус, Примус, насколько я понимаю, вы хотите сделать какое-то объявление? И если это необходимо, давайте поскорее с этим закончим. Примус, все знают, что каждый член Совета носит титул Бессмертного. Однако на самом деле мы живем не так уж и долго. Время от времени одного из нас заменяет кто-то помоложе. Новый Бессмертный сохраняет титул своего предшественника и его цвета, но тем не менее остается новым Бессмертным. И к чему все это? Септимус. Да-да, я знаю. Но меня ждет важное... Нет, неотложное дело. Клянусь, ничто иное не заставило бы меня уйти. А, разумеется. Как я уже сказал, рано или поздно каждый бессмертный должен уйти в отставку. И теперь пришла моя очередь. О, ничего, слышно. Это определенно ускорит события. Че? То есть у меня будет возможность наблюдать, как бессмертный придает свою силу невероятно. Передает. Вы уверены в своем решении, Прим? Все знают, что я старейший бессмертный. По возрасту со мной сравнится только Квинтус. Я был свидетелем того, как мы одолели древнее чудовище, лично записал основные правила бессмертных. Я хочу сказать вот что. Это был очень долгий путь. Да, он принес свои плоды, но я очень устал, и теперь мне пора уходить. Да ты Ельцин, ёптель. Наш верный решитель, капитаны, несомненно, мечтают узнать, что будет дальше. Уинтус, вы окажете нам эту честь? Я? Да, конечно, Примус. Ну ладно. Поскольку такие ситуации возникают не чаще, чем раз в 100 лет, большинство из вас об этом не знают. Когда подходит срок очередного бессмертного, ему выбирают замену с помощью метода под названием «паломничество отмеченных». Каждый бессмертный выбирает своего кандидата. Всем отмеченным подробно рассказывают о паломничестве, но поскольку для вас это не так уж и важно, не буду тратить на это время. Однако вершители очень заинтересуют тот факт, что каждый избранный становится кандидатом в бессмертный и на время паломничества ставит выше закона. Если он сам просит о помощи, вы можете ее оказать, однако в иных случаях вы не должны вмешиваться в его дела. Кажется, это все. Значит, сегодня сюрпризов больше не будет, Примус? Великолепно. Можете идти, капитаны. Примус такой же древний, как и сам совет. Странно будет увидеть на его месте кого-то другого. Нет, кто такие? Что за Пикачу? Наверное, этот день наступит в жизни каждого из них, а ведь он пробыл в совете дольше всех. Правда, он выглядит на удивление крепким, особенно по сравнению с Квинтом. Ну да ладно, скоро у нас будет полно других забот. Из того, что мне известно о паломничестве, я могу сделать вывод, что по пятам за отверженными идет хаос. Погоди, это что это? Решили подышать свежим воздухом, да, Альфонс? Не думаю, что он вам полезен. Так-так, пронырливая девка и ее наемная обезьяна. Пришли меня проводить? Мы пришли, чтобы как можно скорее вернуть тебя в камеру. Невероятно, кто-то из бессмертных выбрал отмеченным тебя? А ты умнее, чем кажешься. Ну да, кандидатами на высокое звание бессмертного становится только лучше. И естественно, что первым в их списке оказалось мое имя. А теперь прошу меня простить. Я должен отправиться в паломничество в город Сентина, чтобы затем, несомненно, стать богом. И мы его отпустим просто так?
Ты же слышал, что решил совет? Теперь он выше закона, он неприкасаемый. Такие делишки, я так и думал, что так и произойдет на самом деле. Нет, я не могу поверить, что он, что совет сделал его отмеченным. Мне нужно об этом подумать. Сообщи всем, завтра на рассвете мы уходим в город Сентина. Я такое чувство, что проблемы сами найдут нас по дороге. Перед тем, как идти в город Сентина, нам стоит зайти в магазин и улучшить свое снаряжение. Да, ребят, на этом я заканчиваю первую часть прохождения данной игры. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Дашемыга. И пишите, нравится вам игра или не нравится. Всем счастливо, всем пока.